В Докуспалинском районе стартовал фестиваль «Ярыдаг-2020». Проходит он по традиции в селе Куруш, которое считается самым высокогорным поселением в Европе. В мероприятии принимают участие альпинисты и любители горного туризма из разных регионов России. Подробнее Патимат Ханапова. В этом году фестиваль проходит уже в шестой раз. Чтобы получить свою порцию адреналина, в республику съехались экстремалы со всей страны, всего более 100 человек. Ранее Ярыдаг имел статус международного. В нем принимали участие команды из ближнего и дальнего зарубежья. Однако в этом году из-за ограничений в связи с пандемией иностранцы приехать не смогли. Безусловно, это пропагандирует здоровый, активный образ жизни. Также способствует развитию экстремальных видов туризма и спорта в Дагестане. Ежегодно тут собираются с разных регионов Российской Федерации многочисленные люди, сильные духом, и которые хотят покорять эту гору, которая сзади нас, Ярыдаг. Там у нас более 30 маршрутов на сегодняшний день. Такой горы, такими сложными маршрутами у нас три только в мире. Фестиваль продлится до 25 июля. В программе соревнования по альпинизму, восхождение разных категорий сложности, скалолазание, горный бег и другие виды спортивного туризма и активного отдыха. В частности, предусмотрен фототур для тех, кто приедет просто полюбоваться красотами горного Дагестана. Сегодня прошла акклиматизация студентов. Завтра мы еще пройдем радиальный выход на вершину Сельды. Пока работаем по плану. Погода позволяет, все пока в хорошем состоянии, настроение отличное, желание у ребят заниматься альпинизмом тоже есть. Нравится, здесь очень красиво. В этом году фестиваль экстремального туризма приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Одна из групп альпинистов готовится водрузить знамя победы на горе Базар-Дюзю, самой высокой вершине Дагестана. Патимат Ханапова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Докуспалинский район.